Всем привет, у нас новинка Профикс Евроспек, новая линейка для дизеля, то есть новый стандарт, ну как для нас новый C3 и SP, то есть он идет и для дизеля, и для бензина. Дизельный стандарт C3, он покрывает стандарт C2 прошлый, ну и соответственно по API они получили соответствующее разрешение. ТСП-шная по оси АЦ-23 и вот такие вот допуски. Но на самом деле эта масса можно лить во все машины, где указано по оси стандарт C2 и C3. То есть здесь только такие жестко одобренные, но оно покрывает всю европейскую дизельку. Масло есть в таре 4 литра, есть в таре 1 литр. Здесь у нас QR-код, штрих-код. Мы видим, какая пробка сейчас используется на профиксе, складная ручка, ну и здесь дата розлива партии. На днище у нас кодировка завода Нагао Сейкан. Отличное масло, которое подходит во все дизельные европейские двигателя. Ну, соответственно, еще и бензиновые стандарты SP. Последняя рецептура, очень хорошая разработка. Ну и также сюда, к нам в Иркутск, в компанию Виктория, пришла новая линейка антифриза и масел. То есть даже появились четырехтактные масла для мотоциклов, для мототехники. Такие вот новейшие антифризы. Long Life Coolant минус 52 градуса, которые держат 60%. Ну и соответственно линейка масел 5.30, 0.20, 10.40. Линейка будет только расширяться.